По итогам прошлого года Бурятия заняла 5-е место в стране по уровню детской преступности. Многие несовершеннолетние преступники – это дети-сироты. Причина известна – нет системной работы с подростками из детдомов. Александра Мяханова уже 2 года занимается этой темой. Она придумала и начала реализовывать программу социальной адаптации детей-сирот. Фильм это будет вот в плане показать, какие у них есть права, какие есть обязанности, да, вот рассказать в доступной манере. И каждый руководитель организации, вот мы уже обговаривали, эту тему, просто денег не было. То есть мы приходим к ним, и они рассказывают. То есть вообще как бы вот Google там, набираешь поисковик, допустим, жилье. То есть какие у них права в отношении жилья. То есть они приходят вот в агентство им рассказывают. Вот тут и вы можете. Потому что некоторые сироты не знают, что у них есть право на жилье. Для реализации задуманного, безусловно, нужно финансирование. Чтобы собрать необходимую сумму, было решено провести концерт с участием бурятских звезд. К благотворительной акции присоединились и сотрудники правоохранительных органов. Организаторам удалось собрать около 120 тысяч рублей. Часть суммы уйдет на производство документального фильма, остальное на счета детям. Мы учим детей распоряжаться деньгами. У выпускников будут карты, да, то есть вот мы дарим карты, там кладем какие-то деньги. Вот. А часть денег по младшей, которые, то есть им кладется и дается там ограничитель, допустим, 100 рублей в месяц. Благотворительностью в Бурятии занимаются многие, однако результат виден не всегда. Организаторы этой конкретной программы уверены, что придуманная ими система поможет детям адаптироваться во взрослой жизни. Юлия Пермякова, Алексей Ионов, Первая альтернативная.